Губернатор Олег Кожемяка одним из первых принял участие в выборах президента России в Приморье. Глава региона отдал свой голос за кандидата на пост главы государства утром в пятницу. Губернатор подчеркнул, что голосование продлится 3 дня. 1 рабочий и 2 выходных по 17 марта. Таким образом, принять участие в выборах успеют все желающие. Голосовать нужно, это выбор того пути, по которому будет развиваться в дальнейшем наше государство. Приморский край для нас имеет большое значение с тем, чтобы была продолжена та динамика, тот курс на восток, который был обозначен руководством нашей страны. И мы видим, что он дает нам новые возможности, открывает новые горизонты в строительстве новых заводов, фабрик, благоустройства городов наших поселков, строительства больниц, социальных объектов, объектов спорта. Вот, поэтому нужно продолжать это движение, поэтому каждый гражданин, кто любит свою страну, любит свой край, должен проявить свою гражданскую сознательность, прийти проголосовать за будущее нашей страны, за будущее нашего края. Также сегодня в 23 муниципалитетах края началось голосование за общественные пространства, которые благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2025 году. Отбор территорий проходит с 15 по 17 марта. Жителям предложено почти 60 парков, скверов и площадей. Территорию, набравшую больше всего голосов, благоустроят в будущем году. Очень хорошая программа, которая дает возможность благоустроить наши города, поселки. Мы видим, что не только жители крупных городов, но и жители поселков, городского типа поселков голосуют. И там, где активность проявлена, там, где наиболее хорошо подготовлен проект, там выходят победителями эти территории. Они получают необходимые денежные средства. Люди видят, что улучшается окружающая обстановка, они видят, что, идя из их голосования, значит, преобразилась эта территория, поэтому с каждым годом все активнее и активнее включается в эту программу.